Реару, народ, микрофон Мру, и мы продолжаем играть такую увлекательную игру, как Rim World. Нам предстоит еще очень много работы. Ну что ж, продолжайте это делать. Я вам не буду мешать. А на рабочем месте я предлагаю сделать хотя бы короткий лук, чтобы хотя бы что-то было. Почему это никто не приносит? Для меня загадка. Я проебался, походу, с размерами, ребята. То есть, вот это все я сделал кардинально неправильно. То есть, таким вот образом у нас должно быть. Надо копать вот здесь вот. Вот таким вот образом. Но это все равно придется выковать, поэтому не проблема. И электричество до сих пор не проведено. Почему? По энергии проводной... А, кабель. Я не могу до сих пор провести электричество здесь. Вот пельмени. Вот это вот надо выровнять. Ага. И также простых блюз нам надо поставить чуть побольше под штук. 16, думаю, у тебя хватит. А почему ты занимаешься здесь этим, если не готовишь? Хуй тебя знает, да? Гости, замечательно. Вот это вот место нам тоже приспособить надо. Я предлагаю расширить вот эту вот область и сделать уже тут склад непосредственно. А, то есть ты его разрушил, но кабель не построил. Молодец, пельмень, давай построй. Нам желательно, чтобы тут кабель тоже был. Сделал все, замечательно. Свет горит, и тут теперь будет по обстановке повлиять. Объединяющий поселенец. Почему? Потому что сажать нечего, наверное. Да, сажать тебе нечего. А почему тебе сажать нечего? Потому что все засадил. Нифига ты быстрый. Да, это проблематично, на самом деле. Так, давай построим здесь производство, рабочее место. Задание, давай задание скрутить. Косяк, что нам нужен? Один косяк дымолиста, замечательно. Скрутить косяк, делать бесконечно, детали, любой мастер. Нам нужен спиди. Стой, ты же у нас художник, почему ты не занимаешься художеством? Не говори только для резки дерева, скульптуры из дерева. А вот. А, малые скульптуры закончились. Окей, сдам я тебе штук 10, наверное, хватит тебе. Чтобы подкачать мастерство, спиди, думаю, ты додумаешься это делать. Да, начни это делать, и проблем не должно у тебя с этим возникнуть. Также думаю, вот эту вот дверь... Нет, вот это вот, если построить, то вот это вот помещение будет в порядке. И думаю, вот эту вот дверь можно держать, будет открытой. На самом деле, даже можно, думаю, увеличить поля и расширить область. Вот, вот до сих пор надо ее расширить. Ну и вот здесь вот раз пошла такая пьянка. Нам бы понабрать оружие, на самом деле, потому что у нас его в недостатке. Но пока этой возможности нету. А также пельмень, где нужно будет метнуться, сделать стулья из дерева, желательно. Сюда, чтобы было удобнее работать. Надеюсь, ты сообразишь, да, что это нужно сделать в приоритете. Но также я немножко почитал гайдов, посмотрел обзорщиков, и если у нас крыша, тут толстые потолки, а у нас тут толстые потолки, то нужно будет сделать местность где-то ближе, ну, наверное, где-то на любом месте карты, на самом деле, так, как бы правильно сказать, отвлекающий маневр для жуков, чтобы если жуки пришли сюда, то они бы спавнились в том месте, а не у нас дома. Потому что большая вероятность того, что они заспавнятся у нас, и этого не хотелось бы. Мы также построим копию здесь стола и перенесем сюда, чтобы Сеня мог работать. Да, замечательный рекурсивный лук. И длинные луки мы изучим, чтобы у нас колонисты хотя бы были чем-то вооружены. А, вот тут у нас еще стул. Ну, думаю, его разобрать можно, потому что он нам особо не нужен. Так, и его переставить надо, стул. Вот, вот так, вот таким вот образом применить. Займись этим, потому что у нас он странно сидел, ну ладно. А Сеня мы поставим... Сеня, вот так вот. Ученый на троечку даже. Если особо нечем заниматься будет, Сеня у нас займется этим. А что у тебя по оружию? А, у тебя дробовик, замечательно. Огреватель можно, думаю, выкл сделать, и пельмень займись этим. Все замечательно. Потому что тут температура, в принципе, очень вменяемая, и думаю, дальше не нужно этим заниматься, тем более у нас тут дверь открыта. Давайте вот таким вот макаром сейчас сделаем, так. Уменьшить область вот таким вот образом. Тут надо создать новую область склада. С максимальным приоритетом. Только мы сейчас запретим все. Запретить все можно было нажать сразу. А приоритет максимальный. Продовольствие уберем. Материалы. Растительное сырье. Листья дымолиста, психолист и хмель. Вот на этом месте. А тут мы запретим это вот. Вот таким вот образом.
Обычный приоритет, поэтому проблем с этим не должно возникнуть. Также рабочую область, думаю, тут можно разобрать. В принципе, она тут лишняя уже. Демолист сюда положили, чтобы он не испортился. А также нужно будет сделать задание, скрутить косяк, делать бесконечно. Думаю, ремесленник у нас кто-нибудь есть. Заниматься ремеслом у нас 100. Заниматься пиола. Пиола. Занимайся ремеслом, в чем проблема? А, Сеня, чё с тобой не так? Молится. А, пиола. Пиола, у тебя ремесло на троечку, ученого вообще не будет. И нормальная автоматизация процесса, даже ускоренное производство у нас, и пошло, и все замечательно. А, у нас косяки не портятся, и это замечательно. Так, я думаю, даже сделать небольшой здесь вклад. Босс бездельничает, класс, ему работать негде. А, да, точно, я убрал. То есть у нас закончились области, которые нужно копать, давайте назначим. Это не проблема, приказы копать. Вот раз, и дальше вам нужно будет выкопать аж вот такую вот, а не хотя... Замахиваться тоже не нужно. Нужно копать с умом, и чтобы это не было потом проблемой. То есть вот эту всю область нам тоже нужно будет выкопать, чтобы тут, во-первых, было... Так, 4, почему 4? Нужно 5. Не знаю, почему 4 на самом деле. Вот эти вот клеточки нужно отменить. То есть сделать колонны нужно, чтобы ничего не упало. И также нужно будет сделать... Это все, всю область будет определено под склад. То есть вот таким вот образом сделаем выход. Как раз вот один блок. И думаю, вот так вот все сделаем. И все будет замечательно. Область размечена. Да, думаю, даже сохраняться не буду. И им есть чем заниматься. Только я пока что отменю вот эту вот клетку, чтобы они занимались сначала вот этим. А, еще область. И с диким лечебным колонием. Это прикольно, но все же бесполезно, мне кажется. То есть придется застраивать так. А пельмень тебе делать ничего? Вот у тебя есть, и вот у тебя есть что делать. Также тебе нужно будет выровнять всю эту поверхность. Пока я делаю вот таким вот образом. Но после тебе нужно будет выровнять по-нормальному. И с полами вместе. Также тебе нужно будет построить раз, два. Пельмень, у тебя работы дофига, поэтому не расстраивайся. Также построить нужно будет кровать. Раз. И два. А также нужно будет построить из мебели... Большой стол. А, у нас дерева нет, класс. Большой стол. Лучше сделать два стола. То есть вот так вот переставить вот таким вот образом. Это переставить вот сюда. Нет, не построить копию. Переставить. Также тут нужно будет построить еще один стол. И еще поставить несколько стульев. Чтобы было большее пространство, где люди могли сидеть одновременно. А также нужно будет... Приказать им срубить вот эту всю область, пусть лучше срубают, и в принципе проблем не должно с этой возникнуть. Также нужно будет в скором времени заняться энергией и переставить вот так вот кабель. А вот этот кабель, думаю, можно будет снести, даже нужно будет снести. А, шедевр, кровать, класс. То есть вот эту вот одну мы делаем под медкровать, поэтому, потому что она уже никому не нужна. То есть вот так вот медкровать. Потому что у нас уже есть кровать, и где кто-то может спать. И построю вот это вот так же. Пельмень, пожалуйста, это в приоритете надо сделать. Че, у тебя по здоровью? Под кайфом? В смысле, под кайфом? Запрещаем домолисты. Нам не нужно, чтобы... Так. Я забыл. И никаких наркотиков, то есть нужно запретить им все наркотики вообще. Производство, нужно поставить электрокузню. Поставить к ней стул. Вот таким вот образом. И думаю, пельмень с этим справится. Рубашка из ткани носится. Окончательно. Ага. Эту область. Перейти к месту. Ага. Пума сходит с ума. Класс. Где она, за территорией? Класс. Ты сейчас же будешь делать? Ты к нам бежишь, да? Хорошо, ребята. Всеобщая мобилизация. Так. Пельмень сюда. По-моему, у кого-то еще дробовик сюда. Пиола с револьвером сюда. У тебя короткий лук сюда. С ножом встань сюда, потому что на всякий случай. И кросс сюда. Босс, у тебя тоже лук, поэтому сюда. Вперед.
А, все, вы его убили, замечательно, ну какие молодцы. Спиди, что с тобой? Здоровье. А, ты под кайфом, класс. Ладно, пускай. Ее перенести надо. Также нужно кабанчика перенести, который тут умер недалеко. Вот он кабанчик, его тоже нужно перенести, потому что еда никогда не бывает халявной. А, кстати, нам нужно еще назначить делать рубашку. Пожалуй, сколько же? Штуки 4. Также нужно будет, думаю, построить из мебели. Здесь немножко кроваток для животных, потому что это необходимо. А неназначенное исследование, да ладно вам. До сих пор. Геотермалочку я пока не думаю строить. Основу микроэлектроники по-хорошему надо сделать. Хотя можно огнестрел изучать. Но думаю, основу микроэлектроники продолжить. Поэтому делов на самом деле, ребята, куча. Если вы не знаете, что делать, это вообще не проблема. Так. Перенести. Построить копию. Раз, два. Если вам копать нечего, то идите вот сюда, вот копайте. Поэтому, ребят, удачи, племень. Так, место уже занято, классно. По-хорошему нужен еще один строитель. Кроме племени. И у тебя, думаю, к этому прилетит. У босса это к этому искусству. Поэтому так вот сделаем на двоечку. На троечку хотя бы. Босс, что у тебя по строительству? Персона строительство десяточка. Замечательно, ты будешь у нас строителем еще одним. Я смотрю, тут еще какая-то область есть. Я думаю, к ней может прокопаться. Приказ вот таким вот образом. Потому что мне не очень симпатизирует, что тут есть какая-то область. Так, и вот это вот тоже мы делаем ничьи кровати. Думаю, их пока... Ну, разберем, в принципе, их, потому что они нафиг не нужны. На самом деле уже. Да, потому что у нас есть уже тюрьма, есть медотек. А вот еще почему вы не копаете, на самом деле. Вам копать же тут мерено, немерено. Кросс, у тебя почему нечего копать? Вот, у тебя есть копать, где? Иди копай. Грозовой шторм, это плохо. Погорят у нас леса. Погорят. Насчет еды я жаловался, то, что у нас ее не хватает. У нас все завалом, и как раз конец июля. А, то есть еще дней до конца лета на самом деле много, а у нас еще целое поле осталось. И еды дофига, поэтому жаловаться вообще не на что. Еды у нас вагон и маленькая тележка. Надо с нюшками что-то решать, потому что желательно бы. И вот эту область, ну, засеивать больше не надо. Ребят, пусть она здесь будет. А индюшек, пожалуй, мы поставим. Приказать. О, область нужно расширить, точнее. Расширить доступную область. Индюшатник. Вот до сих пор. Пусть ходят и пусть едят. Типа с этим проблем не должно возникнуть. Но проблема в том, что у нас три индюшки и нет индюка, ни одного. Это просто проблема. Я не знаю, как из этого выходить. То есть нам нужен индюк. А где индюк? Где найти индюка? Почему у нас босс не копает, допустим? А, нет прохода. Господи. Переставить сюда. Вот в чем проблема? Пельмени, займись этим. Потому что у них нет прохода, видите ли. Спиди, теперь ты можешь копать? Босс, теперь ты можешь копать? Да, ты можешь копать. Аллилуйя. Босс может наконец копать. То есть тем, кто назначен нас копать, теперь смогут выкопать наконец-то эту область. И туда мы сможем поместить наши лекарственные травы, чтобы они не впустую не валялись у нас на складе. То есть из-за какой-то банальной лампы мы не могли пройти. То есть также нужно будет сюда вот две двери впихнуть. Пельмени, если ты думаешь, что ты, что тебе нечем заниматься, ты ошибаешься. Тебе нужно будет выровнять вот эти вот две области. Поэтому работа на самом деле дофига и не расслабляю. Я бы на твоем месте так сильно не расслаблялся. Из гранита нет. Я, пожалуй, сделаю из мрамора. То есть где тут мрамор взять образец? Вот мрамор. То есть вот таким вот образом. На самом деле в этой особой необходимости нет, но пускай будет, если есть возможность. А все, то есть пиола, что-то какой-то баг произошел на самом деле, ну ладно. Нет, чем сейчас занимаюсь? А, выравниваю, жуки. Наконец у нас тут поверхность выровнялась, то есть вот эти вот надо перенести в срочном порядке. Также нужно сделать склад с максимальным приоритетом, говорю. Максимальный приоритет, и это будет материал, по-моему, изделия, медикаменты, все медикаменты. Точнее, все, кроме медикаментов. Лекарственные, да, все замечательно. Максимальный приоритет. А тут мы запрещаем с вами. Вот он, медикаменты, они тут и запрещены, да? Почему они тут лежат? Вон.
перейти к месту. Барк один. Ладно, давайте отобьемся от варга. Так, у тебя короткий лук, окей, ладно, у тебя длинный. Я недооценил варгов. Атакуйте их. Так, окей, мы получили ранение. Это, конечно, плохо. Так, Сеня. Ешь. Вы все ешьте. Сеня, что у тебя по здоровью? Рваная рана. Рваная рана. Кровотечение не опасно, это понятно. Так, так, давай ты добьешь его. И отправишься на лечение, потому что у тебя может быть заражение, это нежелательно. Ричан, ты можешь, пожалуйста? Спасибо. Грузовые контейнеры. Гипертткань, это очень полезная вещь, и поэтому Пиула, займись, пожалуйста, этим. На самом деле, тут тоже надо будет установить культуру, потому что все-таки это место, где люди обитают. А, так, с культурой из дерева. Ага, то есть ты еще не сделал до конца, да. Пожалуй, сделай одну огромную скульптуру, и это будет замечательно. Редкие трумбы. Они пока от нас... Трумба от нас далеко, да? Я не знаю, стоит ли его агрить, если таким киллбоком сможем ли его забайтить на это все дело. Поэтому лучше, думаю, не стоит. Оно идет к нам, да, это замечательно. У пельменей стрелковый азарт. Класс, класс. Я, несомненно, рад этой хрени. Питомцы. Да, вы обучаетесь потихоньку, это хорошо. Но то, что мне не нравится, то, что все они самки. И как бы... Мы не сможем ничего с этим сделать. На самом деле, я бы хотел изучить хмель и варить пиво, потому что пиво, на самом деле, дает никаких дебафов, но может поднять настроение колонисту. И то есть, практически безвредно, и к нему маленькое привыкание. На мой взгляд, это максимально полезная вещь. Поэтому, чем раньше мы изучим это, тем будет лучше. Но не надо забывать про основы микроэлектроники, нужно сначала это изучить, потом уже заниматься остальным. Смотрим теперь у нас, что здесь по настроению у нас. Красота 3,7, красота 4,2, замечательно. Это замечательно, и то, что альпака присоединяется, тоже замечательно. А, вот тут уже выкопана некоторая область, но не надо забывать то, что нам нужно... Будет приказ построить здесь хотя бы стену из гранита, будет лучше, мне кажется, 1, 2, 3, 4, 5. Вот таким вот образом. Потому что иначе у нас будет обвал. Это нежелательно.